Мы находимся в Австрии. Просто объехали рядом городки, чтобы уже увидеть, пока мы тут есть. А ведем потом Австрию, поедем туда часа три будет ехать. Не в Австрию, в Италию. Оно рядом тут все. Тут близко сейчас Италия, Словения. Ну, так, точнее там будет. Тут нет, мы сейчас как бы наверху. Нам надо будет проехать через Альпы, только по автостраде. Она будет ехать через... Так, включим тут топливо. Тут топливо не дешевое вообще. Так, а ты топливо ж мало залил? Ну, так мало. Я не залил, тут вообще ничего, там никого не было. Найду сейчас тут один. Вон, в долине. Горе, озера немає, вже все. Домики. Получается, долина в горах. Ну, вот там озеро то и проезжали, а просто мы наверху получается. Горы зеленые. А боже, цей шифером крыша укрыта. Представляете? Кто им разрешил вообще? Вот крыша шифером покрыта. Вообще беднота, давай тут шифером, капец. И сады яблони. Но тут ставеньки везде есть, бачать и ставни. Даже красиво. Фотки. Села маленькие, компактненькие. И дерево, одна спичка и полыхает. А что самое интересное, что такой один дом там около 500 тысяч долларов до миллиона может стоить. Такой причем деревянный. Миллион долларов. Ну, много, дорого. 300-400 тысяч, наверное, нема. Может, это вообще за шарфом. Вон слева смотри, слева смотри. Аутентичными улицами. Паш, ты куда? Ты что, дорога? А там кто-то идет. Дорога едет? Апартмент Сарас. Односторонний лук? Вот так. Вообще. Вообще. Ты бачишь тут дорогу? Блин, ну навигатор ведет. Маша. Навигатор сошел с ума. О, смотри, какой, вот тебе лавочка. Хочешь отсюда? Да. Хочу. Аутентичное место. Аутентичное место. И бабочка придет. Она такими ценами, конечно, Австрия. А в каких Швейцарии еще дороже в два раза, чем в Австрии? А Норвегия. А в Норвегии еще дороже, чем в Швейцарии. А Дания. Дания дешевше, чем в Норвегии. Самая дорогая Норвегия. Капец. Там вообще пиццу поесть в космос. Там еще протянули без доп. Затрат, бо мы с собой без бедронки на транспорт. И не знали, де холодильник. Ну, это вообще. Да, ну, так и все съели, в принципе. Так, осталось только... Не знайти холодильник, я ще теж думаю, надо ж холодильника нема, вроді все, все окей. А холодильник був що? Смотрим. Туннель Крессенвальдер. Тут должен был бути перевал, бачу, они раз и прокопали туннель.